Вона – це візитна картка України, а її історія налічує близько 1000 років. І для українців вона здавна є оберегом. На Універгірці до Дня міста розквітла вишиванка. Розміри клумби вражають. Вона площею більше ніж у 800 квадратних метрів. Це 13 метрів заввишки та 62 у довжину. На створення квітника у міських озеленювачів пішло трохи менше 3 тижнів. Інсталяція виконана з 35 тисяч килимових рослин, що має назву ірезина червоного кольору, та 3 тисяч штук тагетісу лимонного кольору. Все обрамлено більш ніж 20 тоннами мармурового каміння, а також був використаний і рулонний газон близько 100. Украинский орнамент тоже очень приятно, что чтим традиции украинского народа. В общем, все замечательно. Действительно очень красиво. Видно, что дизайнеры поработали. Очень приятно на самом деле, что Харьков преображается. Я, конечно, хочу сказать, наверное, большое спасибо Геннадию Адольфовичу, потому что мы очень довольны его управлением, много мусорок, очень чисто убирают. Большое-большое спасибо. Очень красиво. Вышиванка, это же Украина, правильно, символ Украины. Очень красиво. Позитив, энергия хорошая, красивые цвета. Вообще, я люблю очень наш Харьков. Харьков – самый крутой город в Украине. И нравится, что он всегда красивее от года к году. Цвета яркие, сочетание классное. На белом фоне оно очень ярко, цветы смотрятся. Я люблю Харьков за его красоту, за его открытость, за много возможностей, как в плане самореализации, так в плане развлечений. Зеленый, яркий, да, много парков красивых. Я люблю Харьков за все. Полностью за все. За природу, за людей самое главное. Ну, за то, что налажен быт у нас, производство хорошее. И куда ни пойдешь, везде можно развлечься. Развлекательных заведений много, мест отдыха много. Ну что еще, зеленый очень город. Все приезжают со всей Европы, говорят, какой зеленый город. Многие говорят. Харьков развивается, делает себя намного лучше. Это классно. Очень яркое, красивое. Симпатичне. Проте головна родзинка нової клумби у вигляді вишиванки помітна ввечері. Тоді квітник починає грати всіма кольорами, і всю цю красу видно з великої відстані. Все завдяки системі сучасного підсвічування. Ігор Безкровний та Сергій Перець. Харківські звістя.